Яркая, эффектная, современная. Так скажут о новой «Шкода Фабия» все поклонники этой марки. Каждый, кто хочет открыть для себя что-то совершенно новое, считает своим долгом сегодня быть в салоне «Автотрейдинг Одесса». Ведь именно здесь сейчас проходит самая долгожданная презентация этого лета. Новая «Шкода Фабия» предлагает совершенно новую концепцию габаритности пассажирского автомобиля. Новинка выгодно выделяется на дороге, подчеркивая индивидуальность своего владельца. Долго смотрите, что вы нашли, скажите. Ну, просто интересно, что нового. И что нового? Все новое. Вот расскажите, я просто ничего в этом не понимаю, поэтому поделитесь, чем она хороша? Ну, просто если брать предыдущую машину 1.2 объем, ну, совершенно другой двигатель, совершенно по-другому даже расположено все. Ну, плюс куча разных функций, автоматики. Вам вообще нравится «Шкода»? Да, конечно. У меня уже вторая модель. Вторая модель. А за что? За что нравится? Качество, надежность. Чего сегодня здесь? Потому что всегда интересуемся новинками и всегда стремимся что-то узнать, что есть нового, что есть лучше. Вот, и всегда попадаем на такие мероприятия и анализируем новинки. Это, ну, всегда что-то новое, да, ты видишь, в одной машине что-то есть, в другой чего-то не хватает, и всегда идет какое-то дополнение, вот, и ставишь какие-то плюсики, да, вот здесь лучше, здесь хуже. Нравится «Шкода»? Наш человек. Как вы вообще относитесь к «Шкоде»? Отлично. Почему? Ну, сам тоже выбрал «Шкоду». И чем нравится? Всем. Во-первых, надежность. И все. Ну, надежность, дизайн. Первые эмоции, когда вы только увидели новую «Фабию», вот чисто технические, какие? Вот мужские. Нам нужно садиться и ехать. Да, да, и... Мужская характеристика – садиться и ехать. Да. Мы с вами полностью согласны. Поделитесь эмоциями. Вы вообще сидите за рулем новенькой, абсолютно новехонькой «Шкода Фабия». Конечно, абсолютно новенькая. Приятно, интересно. Хотелось поездить. Я уже хочу поездить очень. А чем она вот внешне вас привлекла? Ничего лишнего. Все то, что надо, ничего лишнего. Вот, не терпится дать ключи, завести и поехать. «Фабия» третьего поколения использует на 17% меньше топлива, чем ее предшественница, что делает эту «Фабия» самой экономичной и экологичной версией «Шкоды» всех времен. «Фабия» всегда была, в принципе, одной из самых популярных моделей у «Шкоды». И новое третье поколение этой модели, которую мы видим сегодня, имеет все шансы и предпосылки превзойти даже успех своей предшественницы. Потому что к традиционным достоинствам этой модели, таким как вместительность, экономичность, практичность, функциональность, добавились новый эмоциональный свежий дизайн, который наверняка привлечет более молодое поколение покупателей. Добавились новые технологичные опции, добавилась динамики, и при этом сохранилась экономичность и все остальное, что выгодно отличало эту модель ранее. Всех желающих
желающих попробовать, потестировать нашу новинку, к нам на 6-й километр Видеопольской дороги в компанию «Автотрейдинг Одесса», где тестовая «Фабия» уже ждет вас. Узнать больше о новой «Шкода Фабия» и, конечно, сделать главную покупку в этом году вам поможет салон «Автотрейдинг Одесса». До встречи здесь и на Одесса Fashion Channel.